Так, ну что, ребятушки, давайте попробуем убить эту каракатицу. Так, винтовочка у меня немножко прокачана. Пистолет-пулемет у меня поменялся. Давайте попробуем что-нибудь с ним сделать. Так, как мне огонь включить? О, огонь включили, погнали. Конечно, что-то у нас тут. Так, мимо. Давай, 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 родной, так. Обсыпается, обсыпается, обсыпается. Где-то кто-то обсыпается. Да, кислота тут всякая. Так, да, не свалиться, не свалиться, беги, 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 беги. Так, не упал, не упал, давай, давай, поднимайся. Блин, упал. Короче, не получается мне ее убить. 5 попыток сделал. Так, что тогда? Давай пойдем куда-нибудь, а дальше. Что мы можем? Что мы можем дальше сделать? Так, вернуться в блок. Давай вернемся. Не хватает мне силенок, здоровья не хватает. Побороть ее. Так, что у меня? Есть какие-то определенные задания-то у меня? А что у меня, как искать задание тогда, или что мне сделать? Так, ты что-нибудь можешь предложить мне тут, товарищ? Солнце светит, мор ползет, Двелл кристаллы продает. Давай вопросики зададим. Что ты такое? Да, это частый вопрос. Я Фафн. Из Яэш. Это мир, где правит ведьма. Так, увы, это мы спрашивали уже без всего. Когда я видел Яэшу в последний раз, она изнемогала под гнетом чумы. Пакультек, то есть не Фавн. Это слово бессмысленно в мире самих пакультек, но не в языке Двелла. Чудно. До новой встречи. Так, куда мне податься тогда? Если там вот сделать, я толком ничего не могу с этим, с боссом. Так, здесь появится какое-то задание или чего-то. Карта, давай посмотрим карту. Мне нужно, получается, очки талантов поднимать, да? Наверное. Так, надо найти Клементину и затянул в огромный красный кристалл в блоке 3, где она сейчас неизвестна. Здесь у нас так. Здесь по карте тоже ничего не понятно. Здесь у меня дверь какая-то, надо будет пройти туда. А, видимо, надо в кристаллы какие-то другие проходы искать тогда. Другие маршруты. Куда, кому вот это, чего тут? Чем тебе подсобить? Тут никак не... Так, может у него взять каких-то, увеличить максимальный заход на 25 единиц на 60 минут. Эффект сохраняется после гибели. Может у него что-то мощное взять такое. Ты как-нибудь заходи еще. Чем тебе подсобить? Так тебе...
Я хорошие рассказы люблю побольше многих. У старого мост, как скажешь. Ты как-нибудь заходи еще. Как-нибудь зайду еще. Обязательно. Так, с огородом у меня ничего не было. Ты когда-нибудь поднимался на вершину башни в городе? Там так красиво. Так, выхода получается у нас напрямую тут нету никакого, да? Только через кристалл. Давай попробуем другой какой-то маршрут там поискать тогда. Что он может предложить нам? Так, последнее посещение — это безымянное гнездо. Оно у меня вот в центре, да? И Аеша. Мы же не везде там завернули. Давай сходим в Аешу. А, вот. Безымянное гнездо. А там еще раз расходиться, да? Надо. А, я так даже могу перемещаться. Давай в запретную зону, может, зайдем. Или от безымянного гнезда. Блин, там прыгать не хочу по безымянному гнезду. Давай сюда попробуем какой-нибудь. Там где-то был проход еще в другую сторону совершенно. Я пошел влево, там можно куда-то вправо пойти. Может, там что интересное может появиться. Так, вот воротина. О, а что это такое? Что-то делать надо будет, да? Не знаю чего, но что-то надо будет делать. Запретная роща. Вот надо искать там проход. Да, будем искать проход. Где мы не были. А, это друган наш. Все, как ты тут? Жив-здоров, нормально все, да? Ладно, не хворай. А, ну да, это самое начало, самый старт карты. Отлично. Червячков по кросам. Вон олени. Все? Олени тут. Ты что там плюешься, блин? Блевантина, плюется она. Так, куда нам идти-то она? Так, к бою. Ну и жесть. Да ладно, жесть-то только начали. Что тебе жесть-то? Куда идти, я не помню. Даже примерно. Винтовка получше стала, вот, блин, однозначно. Вот и призрачный появился тут у нас. Гонщик, стрелок призрачный. Так, что он там надал? Так, люминитовый кристалл. Так, по трофе у меня. К бою. Не вечные, надо менять по трофе. Оружие менять. Давай, давай, грызи его. Так, как тебя послать-то? Собакин. Патроны. Вроде все. Я видел, что-то светится. О. Железо.
Так, мне в какую сторону идти-то? А, у меня же карта. Карта. Так. Я пришел с этой двери вроде, да? У меня еще тут дверь. Так. Отметки никак не могу ставить. Отметки ставить никак не могу. Попробуйте в ту дверь зайти. Так. Так, пойдем в обратную сторону. Куда нам? Понимаю, куда идти. Вроде все. Готов, Мурзик. Это кто там пуляется? Так, тут что у нас за кристалл? Тут у нас вот этот был. Алешенька невнятный, вон у нас. Так, кто там меня преследует? Чё ты смеешься-то? Смеется она. Охренеть! Ага. Так, и у нас вроде где-то здесь. Так, где карта? Карта. Да, вот где-то здесь вправо, влево. Блин, куда надо-то? Давай. Чекпоинтимся тут. Пойдем посмотрим те двери, что там у нас где. О, да, тут у нас дверь какая-то была. Это я помню. И там еще получается дверь. Пойдем смотреть, что. Будем искать, бегать подругу тогда. Бегать, искать. Так, вот у нас новая локация типа. Может, что найдем интересного, ценного. У нас ход и вправо, и налево. Так, карта. Справа какие-то лабиринты, там пойдем налево. А налево тупичок у нас. А налево у нас тупичок. Имперские сады. Ты бы хоть рычал, блин, когда врагов чувствуешь или что там, собака. Ты же собака. Кто-то там рычит уже где-то. О, Мурзики. Иди сюда.
Иди сюда. Ну, погнали. Музыка обижаешь. Псина бешеная. Ух ты! Здорово, здорово, здорово! Тихо, тихо, тихо! Я с тобой не ругался. Я тебя не звал. А ты что такой маленький? Осьминожка. А, маленькая. Да. Осьминожка. Да. А чё да-то? Чё да? Да, он дудит что-то наверху там. Тут ничего нету. Так, тут у нас. Так, к бою. О, лучник злобный. Отходим, отходим. Блин, сколько их тут, блин, а? Опа! Тузик, помогай! Тузик! О, спасибо. Где это? Давай, давай, жми его. Готов. И ты готов. О, ну, наконец-то. Так, и мы с Тузиком что-то прокачали. Так, ничего не дают, что ли? Так, что у нас с Тузиком прокачали-то? Так, мы прокачали работу в команде. Вы спутник, возрождаете союзников. Ну, нам интересно, у нас нет союзников. Мы сами... Ой, там опять что-то большое летает. Там что-то большое. О, там что-то ползает. Иди сюда. Класс. Еще лучше. Давай сюда тянем. О, и босс где-то дудит. Чтоб меня. Босс дудит. Вроде все. Да не все, там дудел кто-то. Посмотрим. Так, что там мы нашли? Так, месяц высадки, день 34, шестой сезон Света Вечности. Ее императорская вечность оказала мне великую честь и поручила непростое задание. С каждой проходящей декадой набирает силу угасания. Лживая порость, чьи ростки не чтут баланс, ярость пожирает все живое. Набирая силу, ее вещь рассказала мне о старинном дворце. Он старше, чем сами красные вдовы, у нем хранится. Множество ценнейших для фавнов реликвий. Их нужно найти и забрать. Вечная не говорит мне, что это за реликвии, почему они все это время были скрыты. Могу лишь предполагать, что госпожа императрица считала, будто беды Эйши им не грозят. Но ведь угасание рядом не отсюда, боюсь, он от такой напасти нас не убежит ни зверь, ни лань. Надо отправиться в путь как можно быстрее. Ой, тут много читать. Ну все ясно, да, вам? Как бы вот.
очередной чей-то дневник. Так, там что у нас? Иди сюда. Класс. Еще лучше. Уходим. Шухер, бежим. Бля, аж два смычка стреляет. И там еще одна сидит. Иди сюда. О, еще третья. И четвертая. О, каракатица идет. Каракатица сдохла. Вот откуда маленькие выскакивают, да? Люминитовый кристалл. Ну, наконец-то. А что наконец-то? У меня патроны скоро кончатся, наконец-то. А мы никуда еще не ушли и не дошли. И чекпоинты нельзя. Заново все появятся опять. Ну, а тут хоть вниз посмотреть. Что тут есть? Пока патроны есть. Патроны есть, нахуй, посмотри, что тут есть. Уа! Проходик открыли какой-то. Значит, можно проходы открывать еще так. Там что-то желтое. О, сундучки. Так, были реликвии. Тихо, не упади только она. Падать нельзя. Ломик. Ну и тут и все, да? Так, есть нам кого там выдернуть оттуда? Да собакин, ё-моё, ты мне мешаешься. Собакин. Тузик. Так, я никого не вижу. Отсюда пошли. Да, патрохи заканчиваются, аптечка заканчивается, блин. Они там еще булькают где-то. Так, мы можем, получается, полево здесь пойти. И можем чисто направо пойти. Тут где-то большое что-то летало. А, вот там черт еще ходит. Да иди сюда, чертила. Да уж, плохо дела. Чертило-то, а? Фу. Наконец-то. Давай-ка еще осмотримся тут. Так, дневник мы читали, хорошо. Так, карта. Карта, или тут у нас так направо кругами, или вперед какими-то туннелями. Патронами, да, конечно, не очень. Пойдем туда смотрим. Все. Пойдем сюда сходим. Так, если спрыгну, то не залезу. А, это к воротам у нас.
А, это проход напрямик, как и у того босса. Получается, тут не пройти, дверь закрыта, да? Надо вокруг пройти, убить босса, чтобы, наверное, дверь открылась. Быстрее всего так. Да, прыжки, конечно, не очень удачные. Так, что-то желтое на радаре светится. Так, железо, железо. Так, собака, как тебя направлять-то, блин, а? Так. Как тебя же направлять-то? Блин, не помню. Как-то направлял ведь я тебе. Ладно. Тут у нас. Вон-то отлетает, да? Вон она. А, вражеская, да? Ну давай, подходи. Что, мне кажется, зря я выпендрился на нее. Так, вот это непонятно, что. Ты-то откуда взялся? Я тебя не звал. Да это бомбардирует меня, что ли? Мышь летучая. Так, собак, так топаешь, блин, а? Это все? Ты слишком громко топаешь. Вот это не понимает так. Где это летает? Здоровье ее показывает, где она летает. Мантагора. О! Ну, началось. Вот он какашки бомбардировку проводит. Сразу кто-то идет, да? Ну, началось. Так, опять кристалл. Лом, лом, лом. Так, это получается, о, могу, в принципе. Ну, наконец-то. Это можно так. Как называется? Как называется?
То есть эту я дразню, и появляются вот эти все гоблины, которые дают мне плюшки. Но это долго так будет, наверное. У меня и патронов не хватит. Где это Мандрагора? Мантагора. Вот получается, я стрельну, и сразу появляется. О! И она меня бомбардирует. Еще лучше. Бомбардирует. Ох ты! И сразу враги еще придут. О! Так, а куда нам дальше по карте-то надо идти? Прыгнуть вниз. Да. Так, ладно, пойдем дальше, попробуем пройти. С патрончиками, правда, не очень. Так, давай назад сходим, посмотрим. Там, я вижу, там летает. Ну, началось. Собакин, подымай меня. Спасибо. Где он? Где ты, престарелый, блядь? Робин Гуд. Чувак. Все, ты кончился, блядь. Наконец-то. Престарелый Робин Гуд, блин. Ой! Ну, началось. Бля, у меня здоровья немного. Да, ну тут много их хоть тут. Да, на здоровьем затариваться нормальненько так. А, о, я сразу спуститься могу. Связь душ. Получено кольцо. Так, к бою. Уж плохо дело. Что это было? Нифига меня нахлобучили-то. Нормальненько так нахлобучили меня. Так. А что за кольцо? О, кольцо у меня добавилось. Так, призванные существа вытягивают из врагов здоровье в размере 5% базового урона, возвращается его вам. Призванные существа. А как призывать? В камне Хейши живет баланс, и иногда их можно починить своей воле. Этот лазурный минерал, к примеру, можно обработать так, чтобы он черпал жизнь и силу духа из окружающих. Призванные существа вытягивают из врагов здоровье. А как призывать? Блин, не очень полезное кольцо. Так, что мне на ружье еще улучшать-то или что? Сейчас эти опять все заново здесь будут. Или нет? Не будут? Да, вон они все тут летают. Все, кому не лень. Так, к бою. Давай, к бою. Попробуем чуть дальше сейчас пройти сюда. У-у-у.
А это там на босса зашел. На мини-босса. Класс. Еще лучше. Черт, черт, черт. Что ты зашел-то сюда, дурачок? Наконец-то. Ну добей, добей. Зачем сюда заходил вообще? Кто тебе разрешил? Так, нам надо здесь разобраться. Да, вон тут эти все гуляют. Подходи. Все гуляют тут. Где эта летучка? О-о-о. А это я не достаю собаку. Так, вот еще взял кристалл. Охренеть! Патроны, треснувшие эффектом какой-то взял. Так, там мы были. Нам куда-то сюда. Здесь мы не были. Ну, точнее, были вот сюда нам надо прийти. А, и тут я помер. Внизу же, да. И крестик стоит. То есть я могу что-то забрать тогда здесь? Вроде нет ничего. А крестик стоял, что я тут умер. Охренеть. Так, вниз. Чё, чё задудели, задудели-то? Бля, они в пропасть падают. Так, кто здесь? Так, к бою. Все, сдох, Мурзик. Да, получается бегать, собирать все, что умирать, и так далее, и так далее, и так далее. А нам так и будем делать, так что. Жесть. А это не могу взять, да? Блин, кристалл не могу взять. Так, кто, где он? Где это? Летучка. Так, желтую не могу взять. Кристалл вот этот. Охренеть! Я упаду туда. Так, ладно, охренеть, пойдем дальше. Так, попугайчики, попугайчики. Так, ничего нету в этой фигне. Да уж, плохо дела. Фу, это все? Так, здесь у нас... Собак, так топаешь громко, блин.
Я аж очкую. Патроны. Собакин. Спасибо. Ай, ты молодец. А, блин, она же мое же использует. Ё-моё. Мои же лекарства использую. Я думал, у нее свое. Думал, сэкономлю. Оказывается, нет. Блин. Подстава, подстав. Давайте, давайте. Ну, погнали. Сюда. Сейчас она прилетит. О, лети, лети сюда. Какая-то крутая медуза. Пока что все. Вроде все. Блин, никакого здоровья и патронов не хватит. Ну все, к бою. Там кто-то икает. Не дайте врагу уйти. Собакин, уходи. Попала, попала, молодец. Ну и где ты? Ну все, к бою. Четко мы ее замочили, да? Фух, наконец-то. Скорость возрождения. Мы взяли скорость возрождения. Да, посмотрим, что тут у нас. Да, здоровье, здоровье нам побольше. Здоровья не хватает. Так, что-то лежит, да? Лом. Так, что мы взяли? Очередной раз. И куда? А, непонятно. Что-то мы взяли же. Так, очков нету. У меня очков нету. Так, сюда добавить ничего не можем, ничего. А куда что-то добавлять? А, вот, 30 эффективность щита. Прочность щита. Так, что это такое-то у меня? Так, треснувший эффективность щита плюс 1. А какому щиту? Где щит? Непонятно. Ладно. Будем дальше разбираться.
Что у нас непонятного еще? Так, и мы, получается, к этой птице все выше и выше, да, забираемся. Да уж, плохо дело. Ох ты, красавчик, откуда ты вылез-то, блин, а? Где ты, где ты? Обстреливать. Вы-то откуда взяли-то? Медузы. Ну, погнали. Погнали, погнали. Куда погнали? Наконец-то. Олени какие-то опять. Олени, олени. Так, вот так карта была. А, мы стартанули отсюда. Вон, как уже далеко ушли-то. Давай, будем придерживаться правой стороны-то. Ну и жесть. Да, и не говори-ка. Так, тут у нас тупичок какой-то. Тупичок, тупичок. Олень хвостатый. И не видно-то этих сохранок-то. Совсем. Прям совсем не видно. Так, к бою. Давай, давай, к бою. Финтюплюшка такая все пытается улететь, да? Так, куда эти люди? Кристаллы идут-то. То их постоянно тут собираю. Thank you.
Так, давайте позовем. Ну, давай, зови своих. Это одна, что ли? Не одна. Так, все? Наконец-то. Так, тут у нас тропка. Да уж, плохо дело. Так, здесь посмотрим, что у нас. Так, что-то потеряли. Да, на здоровье, здоровье побольше. Броню надо получше. Треснувшее время действия предмет. Так, что мы опять взяли? Так, это здесь, да, все? Мы берем. Так, это к здоровью. Повышает скорость атаки в ближнем бою. Прочность щита. А, вот у меня разные тут уже все. Так, три стоят у меня, да? Так, это к времени действия предмета. И здесь скорость возрождения. Давайте скорость возрождения поставим. Так, тут мы ставить ничего еще не можем. Тут мы ничего ставить не можем. На одежде тоже как бы ничего нету у нас. Никаких ячеек. Ладно. Тузик, пойдем. Тузик. Хватит баловаться там со скамейкой. Идем дальше изучать достопримечательности. Жизни немного у нас, патронов пока хватает. Так, там есть кто-нибудь у нас? Чтобы на мосту тут не воевать. Статуи страшные стоят. Иди сюда, давай. Так, к бою. Чё ты орёшь там? Иди сюда, орёт. Орать-то все могут. Это все? Так, ту жабу мы убили, да? Вроде убили жабу. Блин, там что у нас осталось? Что-то желтенькое пойдем возьмем. Ничего врагам не оставим. Так, не свалится, главное. Железо. Блин, хоть бы аптечки эти подбирал бы тоже, блин. Хотя, может, потом и будет что-то там. Навык какой-нибудь, изготовление. Лом, патроны, лом, патроны. Чего ты рычишь-то? Не рычи, все будет хорошо.
На пистолет что, обвес какой нужен тоже? Огня там или еще что-нибудь. Так, там враги. Тихо. Нам на авто сходить сначала. Тут все облазить. Ну что, непонятно. Так. А, здесь обрушенный, да? Да. А, можно, во, понизу можно. Пойдем. Посмотрим. Попробуем обмануть весь мир. И че? Пришел он никуда. Залезешь, не залезешь? Нафиг ты шел сюда. А, вон еще вниз можно. Опа-ля-ля. Там что-то жужжит. Так, еще ниже можно, да? Мумия, вставай! Лежат, отдыхают они. Так, вот тут там подъем. Там кто-то кряхтит. Там кто-то есть. Опа. Шукер. Там демоны какие-то страшные. Опа! Заскорузлый лучник какой-то. Так, одного мы убили кого-то. Класс! Еще лучше! Ох ты! Получен мутатор-бандит! Наконец-то! Что там интересное прям? Так, стоимость заряженной атаки ближнего боя. Используем предмет, так. Потрохи. Что-то мы там вкусного взяли, мы что-то. Пойдем посмотрим, что там еще есть. А то ходят, кряхтят они. Да, Тузик? Так, тут ничего. А вот эти нельзя погасить? Нет, да? Опа. Так, закаленный виток. Кольцо. Вот это уже интересно. Давай посмотрим, что там у нас такое. Так, закаленный виток. Уменьшает весь получаемый урон на 3%. За каждый 10% недостающее здоровье, но не более чем 15%. О, интересно, загадочно. Так, здесь что у нас еще? Что нам надавали там вообще, надо посмотреть. Вот, у меня два новых.
Так, скорость использования предметов и расход выносливости на заряженные атаки ближнего боя. Вот такие интересные. Вот, бандит при попадании на при попадании дат. Что за дат? Так, 10% шанс вернуть из расхода боеприпасов в магазин этого оружия. Во как. Возврат 10% на возврат оружия. Ой, боеприпасов. Нормально. Так, огненный. Надо мне на эту поставить модификацию какую-то. Это мне, значит, надо будет куда-то что-то возвращаться, да? Давай искать как-то что-то. Куда нам выходить теперь? А то мы что-то забрели непонятно куда. Нам нужна сохранная точка. Так, вот мы вышли. Так, наверху у нас красная зона еще. О, лестница. Чудесница. Так, и вот у нас продолжение пути здесь. Это все? Это только начало. Это только начало, дружище. Нам нужна точка сохранения. То есть нету и нету. Блин, птицы напугали меня. Пугался, блин, птица. Так, босс идет где-то. Так, босса убили какого-то малого. Это мандрагоры, здоровье, ты нормально его убавил. Вроде все. Может, сейчас случайно убить получится? Ну давай, подходи. Где это мандрагора? Иди сюда. Чуть-чуть осталось-то. Есть, задача выполнена, получен импульс какой-то. Ну, так, это с нее выпало, что ли? Критический урон в дальнем бою. Вох. Так, пойдем искать, что там у него упало, не упало. Ладно, жабу эту мы убили, фиг с ним. Уже хорошо. Ну все, к бою. Так, теперь надо пробежать, дойти где-нибудь, жизнь найти нам. Место сохранения. Блин, знание. Ох ты, бля. А куда она упала? Курица эта, летучая. Так, звери, убегайте. Так, к бою. Охренеть! Фу.
Так, где место сохранения? Дайте мне место сохранения. Так, здесь что у нас? Блин, я думал, ворот какие-то. Так, ты что там ползаешь? Иди сюда. Ну, погнали. И ты иди сюда. Фу, охренеть! Фу. Бегите, бегите, зверушки. Бегите, бегите. Вот, точка сохранения, отлично. Так, тут давай засветим, что мы здесь были. Чтобы карта чистенькая была. Так, и здесь сейчас немножко отдохнем. А я даже, да, вышел куда-то. Я куда-то вышел, где я был. Как так? Там понизу, да, куда-то можно идти. Потом сходим, потом еще сходим. Лучше. Потом сходим. Потом. Так. Здесь что-то был, какие-то лабиринты здесь. Идет. Ладно, давай, иди сюда. Фиг с тобой. Так. Все, можно чуть отдохнуть. Ну и жесть.